Приветствую всех на моем канале, меня зовут Кира, и это последняя неделя нашей с вами игры «10 весенних стартов» моего проекта. Это последний старт, который я планирую начать в рамках этого проекта. У нас сейчас с вами начато 13 процессов вместе с моими вышивками, которые были начаты до этого, или даже 12. Нет, 13, по-моему, 13 процессов. Три работки у нас с вами завершилось. Если кто не видел, смотрим мое позапрошлое видео, где я вышивала три работы. И что же интересно нам с вами выпадет на этой неделе? Напомню, 113 неначатых вышивок у нас с вами осталось. Ох, на самом деле выбираю не по традиции в понедельник, а сегодня вечер воскресенье, потому что предыдущую вышивку я так и не осилила сегодня сесть. Я сидела вокруг нее, ходила несколько часов, но так и не смогла к ней приступить, поэтому решила не терять время и выбрать что-то новенькое, что мы будем вышивать всю неделю. Очень волнительный на самом деле момент, потому что то, что выберется сейчас, останется с вами на несколько месяцев, а остальные работы, остальные сюжеты уйдут на второй план, и неизвестно, когда вообще начнутся, и начнутся ли когда-либо. Поэтому сейчас мне, например, очень-очень волнительно, и сама я бы хотела начать что-то вот до этой цифры, до 48 номера. Вот от 1 до 48. Я бы его прямо в рандоме так ввела бы, от 1 до 48. Но рандом на то и рандом, что мы вводим 113. Так, 113, жмем сгенерировать. 7. Это что-то прям совсем в начале. И это моя схема, мой дракончик. И это прям даже немножко странно. Мне первый раз выпала моя именно схема в этой игре. А что ж, на этом это даже еще интереснее. Мне кажется, будет прям вообще интересно вышить, посмотреть, так как отшивов этой схемы у меня еще нет. Очень интересно увидеть, что же из этого получится. И, естественно, будет интересно и вам, и мне, я так думаю, увидеть готовый результат моей, именно моей работы. Тут еще особенность этой схемы в том, что это мой собственный рисунок, по которому я создала схему. Да, кому-то, может быть, она покажется очень простенькой. Но с этой схемой я, кстати, играла в прошлом году, участвовала в конкурсе. Естественно, мы ничего там не заняли, но, тем не менее, такой вот опыт у меня был. И я вижу этот сюжет на моей любимой темно-синей основе, потому что, как задумывалось, здесь должен быть вечер. Да, такой вот дракончик, и сегодня у нас, собственно, вот такая же точная погода. Идет дождь, сыро, лужи, в общем, все как-то так. Этому дракончику прям очень видно, что не очень хорошо. Так что я рада, на самом деле рада. Это, мне кажется, отличное завершение этого проекта, завершение именно с моей собственной схемой. Вот, я прям действительно этому рада. Посмотрим, что уже у нас получится из всего этого. И сегодня у нас 30 мая. Так, естественно, у меня есть сага на эту схему, так как ее делала я. И я делаю схемы в формате PDF, так и файлик для саги. Здесь мы видим, что у нас есть два французских узелка в глазках, бэкстич, полукрест, четверть крестика. Сколько я помню, тоже где-то, по-моему, в глазах они находятся. И 10 144 крестика.
Вот так он выглядит, если смотреть через сагу. Как-то мне больше нравилось, как это выглядит на превьюшке. Из, как его, программу-то забыл, уже называется, 1000 лет не рисовала ничего. В общем, вот здесь мне больше нравится, как это выглядит, чем вот здесь, но сзади это полукрест, поэтому вот эти вот все пятна, которые вроде бы как бы есть, они на самом деле их не будет. Вот, очень интересно, что же получится, к чему ближе получится, к вот этому скрину или к вот этому. То есть видите, разница насколько ощутима. И, как говорила, буду вышивать на темно-синей основе. В общем, такая вот красота у меня будет. Сейчас буду собирать ниточки. Итак, всем доброго дня. У меня, да, день уже воскресенье. У меня снова видео получается супер коротким. И снова неделя очень невышивальная. Сейчас вы видите перед собой этот старт, но у меня почему-то камера сейчас очень сильно искажает цвета. То есть по факту вот это вот то, что у вас выглядит оранжевым, это прям такое красное. Прям красное-красное такое. Там 3801, по-моему, цвет, если кто помнит карту DMC, он прям такой вот более красненький. В общей сложности у меня тут вышито крестиков 600. Точно 734. Вот. По размеру это выглядит вот так. В принципе, вышивается очень легко, но, повторюсь, у меня очень мало было времени на это все дело сегодня, вообще на этой неделе. Поэтому продвижения, конечно, очень небольшие. Но, тем не менее, старт есть. Сегодня я еще повышиваю, то есть это не финал видео. Я еще повышиваю до вечера. Вечером вам смонтирую видео, и завтра вы его увидите. А с завтрашнего дня я начинаю вытягивать бумажки. Да, я решила, что все-таки сделаю с бумажками. Я запишу все свои старты. На данный момент у меня их 14. И на следующей неделе постараюсь вам сделать видео со всеми моими начатыми работами. Соединю все в одно, чтобы вам было видно, что вообще у меня есть. И также, возможно, создам отдельный альбомчик с начатыми работами. Так что вот такая вот у меня красота получается. Пока что непонятно вообще, где здесь что, но вот это гриб пошел, это его нижняя часть, здесь будет ручка дракончика. Вот здесь вот начался его рожек, и вот здесь маленький грибочек еще торчит. И вот это вот, по-моему, как раз тоже рука маленького, большого дракончика. Но он тут один. Тут большой гриб есть, маленький гриб и дракончик. Не знаю, по мне, так очень симпатично пока что получается. Очень интересно, конечно, что получится, потому что схемка, повторюсь, моя. Отшивов еще на нее не было, но, надеюсь, еще будут. Кроме моего, хоть что-то. Вот. Ну, дракончик очень милый. 10:30 вечера воскресенья. Я прямо сегодня снимаю вам вообще, можно сказать, в последний вагон. Вот так у меня выглядит вышивка на данный момент. Вышито совсем немножко. Так, у нас всего 1165 крестиков получилось вышить за эту неделю. Из них 745 вышито за сегодня. То есть у меня было 4 вышивальных дня всего лишь, там по 100-150 крестиков. Совсем понемножку, но тем не менее старт есть. Сейчас я пока буду монтировать вам это видео, буду писать бумажки с моими начатыми стартами. Туда же положу новый процесс и туда же положу бумажку «Процесс на выбор». Вот так будет продвигаться дальше наша игра. И по мере, то есть начиная с завтрашнего дня, по мере вышивки двух сюжетов, я могу начать вне очереди один новый, то есть без бумажки. Интересно, что же у нас будет к концу года, сколько сюжетов будет начато, сколько закончено.
пока что это был финальный, 10-й сюжет. Очень интересно выпало, что попался мой сюжет, моя схема. Я потому что сидела, думала, как же так, за всю игру ни одна моя схема не выпала. Было даже немножко обидно, но вот выпал именно дракончик, чему я очень рада. Как вы можете видеть, дракончик здесь так и не появился, зато вышилась почти полностью ножка и вот эти вот пластинки под шляпкой. Здесь еще будет куча бэкстича на этой шляпке. То есть они прям должны быть такими прям пластинчатыми. Ну что ж, очень интересно, что получится с этим дракончиком. Очень интересен результат. Я думаю, вам тоже. Потому что отшивы этого дракона вы не могли видеть нигде. Потому что пока что на данный момент эта схема есть только у меня. Также, если хотите, можете приобрести себе такого же дракончика, можете сейчас, можете по мере моей вышивки, если вам будет нравиться, что получается. Но пока что вот это такой прям эксклюзив. Такая вот у меня прошла весна. Сегодня у меня уже начало лета, и дракончика начинала 30 мая, то есть еще весенний старт. Так что у меня было 10 стартов, из них у меня было 3 финиша. Правильно ведь? Да. Было 3 финиша, и осталось у меня 7 сюжетов, начатых с этого челленджа. И осталось у меня, получается, сколько? 5 или 7? Всего у меня, в общем, сейчас 14 работ начатых, это 100%. Значит, еще 7 начатых до этого. Обязательно вам на следующей неделе, ну, для вас уже на этой неделе, я сниму видео со всеми моими стартами. Покажу, напомню, что же у меня вообще есть. И я думаю, что завтра уже буду тянуть бумажки. Из того, что же я буду вышивать на следующей неделе, уже из начатых, знаете, как-то прям даже непривычно, что буду начинать вышивать что-то уже из начатых. И прям очень интересно, что же это будет. Пока что впечатления от схемы у меня самые приятные, мне нравится, как получается, мне, в принципе, все устраивает. Ну, собственно, каждый раз, когда я рисую новую схему, для меня это для самой большой сюрприз, потому что я новичок в этом деле, и мне самой очень-очень интересно, что же в итоге получится. Пока что мне очень нравится, что получается. Возможно, что в ходе работы буду что-то менять, что-то исправлять, и на конечном итоге все равно получится какая-нибудь красота. Да, мне писали в комментариях еще тогда под схемой, что мухоморчик у меня неправильный и у него коричневая ножка, у мухомора должна быть белая. А когда мухомор срезанный, ножка у него коричневеет, насколько я помню. И когда мухомор взрослый, тоже ножка темнеет, она не до конца у него такая белая. Но это могу сказать только, насколько я помню. Возможно, я ошибаюсь, но вот именно в данном сюжете мне хотелось сделать именно такого цвета ножку. Мне кажется, что она хорошо сочетается именно с цветами самого дракончика и фона. И мне кажется, если бы тут была белая ножка, выглядела бы, конечно, побледнее. Да, возможно, я не права, но вот мне так захотелось. А на этом я с вами прощаюсь. Вот такие вот 10 стартов у нас с вами были. До встречи в следующих моих видео. Напишите мне, пожалуйста, какой из стартов из 10 вам понравился больше всего. Мне будет очень интересно. Расскажите, пожалуйста, как вам этот старт. Тоже мне всегда очень важно ваше мнение. Интересно, за что болеете вы, что интереснее вам в первую очередь. А я вышивать буду все работы, которые у меня сейчас начаты по мере выпадение в рандоме. Ну, а на этом с вами прощаюсь. Пока-пока!